На своих экранах вы видите оперативную съемку ФСБ России по обезвреживанию преступной группы, которая занималась изготовлением и реализацией наркотиков на территории Тверской и ряда других областей Центрального федерального округа. Участники ОПГ приобретали и использовали специальное химическое оборудование, химические вещества и прекурсоры наркотических средств. Произведенный наркотик с соблюдением мер конспирации незаконно сбывался бесконтактным способом путем тайников закладок через подконтрольные интернет-магазины в сети интернет за криптовалюту. Перед судом предстал гражданин Республики Молдова Кулаков. Осенью 2020 года Кулаков, в соответствии с отведенной ему ролью в ОПГ, перевез химическое оборудование, а также оборудование, необходимое для создания нарколаборатории, в жилой дом, расположенный в Калужской области, где обучился незаконному производству наркотического средства. После этого Кулаков в составе ОПГ произвел наркотик массой около 140 килограммов, который в последующем незаконно сбыл через тайники закладки. В декабре 2020-го участниками ОПГ была организована нарколаборатория в жилом доме деревни Никола Пустынь Зубцовского района Тверской области. Производство и сбыт наркотика здесь было поставлено на поток. Крупные партии запрещенного вещества хранились в целях последующего незаконного сбыта. 25 января в отношении Кулакова Зубцовским районным судом Тверской области вынесен обвинительный приговор. Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, поскольку подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он помог изобличить других участников преступной группы, раскрыть схему участников ОПГ. При назначении наказания суд учел активное способствование Кулаковым в раскрытии преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном, возраст и состояние его здоровья, и назначил Кулакову в совокупности преступлений наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с конфискацией машины и квартиры осужденного. Приговор в законную силу не вступил. Старший инспектор по кадрам регионального следственного комитета, подполковник юстиции Алексей Варфоломеев, провел урок мужества в кадетском классе школы номер 16 Твери. Урок был посвящен одному из трагических событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Свыше 870 дней город на Неве оставался в кольце врага. Это были 870 дней бомбежек, голода, холода, отчаяния и мужества жителей северной столицы и защитников Ленинграда. При поддержке всей страны кольцо вражеских войск вокруг города на Неве было разорвано. Ребята посмотрели документальный фильм «Несломленный Ленинград», подготовленный Управлением взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. В фильме использованы уникальные съемки тех лет, когда в нечеловеческих условиях приходилось выживать людям, в основном женщинам, старикам, детям. Тема урока невероятно взволновала школьников и дала богатую пищу для размышления о защите и защитниках Отечества, о войне, которая не должна повториться.